Добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня, 17 мая, мы с грустью сообщаем о трагической потере в российском шоу-бизнесе. В возрасте всего 53 лет скончался популярный актер, известный множеством своих ролей в отечественных сериалах. Этот талантливый артист не сразу пришел к актерской профессии, но благодаря своей упорной работе и трудолюбию сумел добиться в ней великих высот. Первая серьезная слава и известность пришли к актеру Сергею Астахову вместе с выходом на экраны сериала «Черная богиня». Сергей Астахов был признан не только самым красивым и харизматичным, но и одним из самых талантливых отечественных актеров. В 13-летнем возрасте он приехал в столицу, чтобы завоевать ее, и вскоре достиг вершин настоящей славы. Сегодня его имя часто связывают с гей-свадьбой его коллеги Евгения Миронова. Но пусть эти сплетни останутся на совести тех, кто их придумал. Сергей Астахов был любимцем женщин, и он всегда пользовался огромным вниманием противоположного пола. Его романы с красивыми и известными девушками неоднократно становились объектом обсуждений и украшали глянцевые страницы. Сегодня мы с сожалением отмечаем уход этого талантливого актера, чье имя навсегда останется в сердцах многих поклонников. Его вклад в российскую культуру был огромным, и мы будем помнить его как замечательного артиста. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк.